В НЛП я закончил университет НЛП, NLPU в Калифорнии, в городе Санта-Крус. About NLP, I graduated from NLP University in California, Santa Cruz. Учился в Роме на Кавилце и Джоди Пелотье. My teachers were architects and Джоди Пелотье. Имею два сертификата тренера. I have two trainers. Сертифицирован как тренер НЛП. I'm certified as an NLP trainer. А также это один сертификат как мастер-тренер. And a separate certificate as a master trainer. Вы в курсе, да, в чем разница? You know what the difference is? Мастер-тренер – это тот, который имеет право сертифицировать тренера НЛП. Master trainer is the one who has the right to certify NLP trainer. Ну а сегодня у меня тема, которая немножко выпадает из общей как бы, тематики этой конференции. My topic today is the one that's kind of getting outside of the regular theme of mine. Я расскажу, как я работал с ранним детским аутизмом, используя NLP. How I worked with infant autism difficulties of kids. Ну, вот я предпослал такую картинку. Это кадры с фильма. The picture. Это немецкий сериал. From the movie, который называется «Холодные небеса». О судьбе, мировой судьбе, о матери ребенка с аутизмом. Вот этот мальчик и девица Америка. Но иногда судьба таких людей бывает совершенно иная, очень яркая. But sometimes destiny of these kind of people is not bad. И когда я задумался о том, и вот это вот как бы человек задумочный, он думает, как начинать это выступление, я решил показать вам короткий ролик. Ролик на английском, но там очень мало слов. Там такое выражение «аутистик саванс», это вот гений аутист. То есть бывает аутистический. Phenomenal.
actually see it develop. I never get tired of it. This is it for the summer. So I feel happy and good. I'm very proud of my work. It's purely Stephen's own determination that he is where he is today. Do the best you can and never stop. Psychologists were working with children.
которые составляла именно НЛП. Вот почему мне было очень приятно, когда меня пригласили на конференцию. Потому что это мне очень близко. И фактически эта терапия, тогдашняя терапия, была опробирована на одном ребенке. Меня спрашивают о статистике, но вот тогда статистика была такая. Один ребенок. И вот я назвал это на этой лодке вот этой терапии одного ребенка 82-го года рождения. Диагноз был поставлен официально, главным детским психиатром Украины, так что... Часть моей жизни прошла вот этим планом. И это была особая как бы, часть моей жизни, когда я практически не думал ни о чем. И все мои мысли были сосредоточены только на этой теме. И я вот, насколько мне удастся, стараюсь поделиться с вами. Ну вот, к сожалению, эти кнопочки не всегда работают. Если можно, мне помогать. Итак, проблемы. С какими проблемами мы столкнулись? Полное отсутствие речи. Панические страхи. Стереотипные действия, часто ритуалистического характера. Эхолалии. Все знают, что это такое. Это вот, когда ребенок повторяет звук, как попугай. Без понимания. Неуправляемость, возбудимость, императивность, аутоагрессия. Он мог нанести себе серьезные травмы. Патологическая обидчивость. Техники и форматы, которые подсоверны тем, кто практикует психотерапию, им, наверное, работа с метафорами. Кстати, вот я хочу вам сказать, что все вот эти вещи для меня были открытыми. Я не знал, что это будет работать, и некоторые вещи совершенно неожиданно сами всплыли. Очень сильно на него работали метафоры, даже когда он не говорил, они на него воздействовали, он их понимал. Ну и кроме того, метафоры могут быть телесные, когда вот, ты ему показываешь какое-то действие, если в хорошем рапорте он повторяет. То есть невербальное видение очень мощный метод. Вот сейчас вы удивитесь, при суппозиции вы на курсе НЛП правки изучаете, а как мог ребенок? Ну, вначале это были просто мантры. И он сказал, да, это не территория. Он сам разом повторяет, особо не вникает в смысл. Но потом возник вопрос, естественно, что такое карта? А что такое территория? И потребовалось как-то их совместить. И потом он ездил на метро, и любил метро, и он пользовался картой перед тем, как совершал проезд и изучал маршрут. Давай учиться, значит. Игра просточная. Техника. Ракунс. Техника слова и страхов. Это просто я пишаю название. Ну, а также вовлекались мама, бабушка, где он сидит. И начали появляться догадки. А что такое аутизм? На самом деле, я действовал как в окне, я шел на очередь. Во-первых, нет научной теории, никто не знает, пришло уже 30 лет. И вот у меня такая догадка, что это нарушение механизма деривации. Деривации.
motivation. В НЛП есть такой термин. Все слышали или просто транс-дирекционный поиск? Конечно. Транс. Я прошу прощения, я очень быстро тороплюсь, как все успеть. Да, если при этом я успевал. То есть это не только лингвистический механизм. Как я понимаю сейчас. Это механизм, который затрагивает процессы организации пространства, ландшафта, сенсорных ландшафтов, двигательных, нейрохимических ландшафтов. Почему аудит такая понятная патология? Там нарушается биохимическая информация, иммунная и этот механизм ломается в какой-то момент. Никто не знает, почему, и загадки. Еще что-то. И вот была придумана метафора Хадуми. Ребенка после этого отправляют так называемые стратегии выживания. Об этом хороший чередовод Роберт Данилса. А также паттерны бронского движения. Причем не только пространство состояние. Но также синтопных он перемещается спонтанно, и даже если возводит ребенка с аутизмом, он уходит хаотично по комнате. Ну, может быть, в психиатрии есть специальный термин, поскольку я не психиатр. Ну, стереотипы и ритуалы, которые здесь встречаются, как я это понял. Это удивительное для меня было открытие. Он получает ребенок через эти стереотипы и ритуалы доступ к ресурсному состоянию. Причем другого способа вы не знаете. Выводы какие были сделаны? Аутизм – это вызов для НЛП. Ну, в каком смысле? Что некоторые модели должны быть расширены. А мы имеем дело здесь с другим разумом. И, например, трехпозиционное описание не будет. For example, three-position description that usually works will not work here. Модели гениальности тоже надо быть расширены. В первом фильме было показано, что есть случаи, когда аутисты гениальны. Еще был бы такой очень неожиданный. Можно просто использовать как стратегию психотерапии, как стратегию или планирование психотерапии для аутизма. Вы берете
Может пройти
useful because the person can fast remove through the same distance But at the same time, how extreme can be an experience of falling off of those legs? This is not a question. Here's a question. Замечательно. What if those skills kind of got stuck to your legs? What should a person think? What can a person do then? Crawl is the only thing. Дети, аутисты рождаются с большим потенциалом разума, чем обычные люди, и очень важно, чтобы этот потенциал, он требует очень тонкого баланса. Если у вас больше потенциал, если вы сотрудничаете длиннее, то вам нужно уметь балансировать длиннее. Гораздо лучше, чем если вы стоите на ногах. Но если этот баланс какой-то момент не был сохранен, если сбить такого человека на ходуле, при инфекционном заболевании, или каким-то стрессом, или чем-то еще, довольно неизвестно, что запускает механизм. Not known, what sparks this mechanism. Ну, тогда он падает, и он ползает. Если раньше у него был больше потенциал, чем у обычного человека, то после того, как он падает, он становится представление обычных людей, не понимающих сути. In understanding or perception of regular people who do not understand the essence, он становится идиотом. He becomes an idiot. Но это не обычный идиот, это вовсе не идиот. Это просто вот гений, который упал с небес. Это моя мечта. Genius who fell off the sky, which is metaphor for me, mine. Итак, несколько лет я занимался с ребенком. И вот родилась эта терапия пилотная модель. Ну и чем она родила очень коротко, если моего ребенка вначале 50 лет и брали не в одну специализированную школу для самых умственных, то есть мы пытались понять, куда, какое будущее. И мы говорили, что извините, но вы видите своего ребенка, куда он? Какую школу для неполноценных? И мы его туда не отправили. Поэтому, когда мне удалось его донести до уровня говорения и отдать в обычную школу, за два года или три года, то согласитесь, для меня это был очень большой успех. I think you'd agree with me, it was quite a result for me. Теперь я состою в нескольких группах в Фейсбуке по аутизму, и мне говорят, минуточку, у вас не было особенного аутизма. Да что вы, он мог пойти в школу, а вот школу закончил. Потом. I'm in a couple of groups on Facebook connected to autism topic, and I'm getting sometimes responses like, I'm sorry, but your kid did not have any autism. Ну, он поменял, конечно, три школы за это время, были проблемы с педагогикой. И пошел он не 7, это 8, но врач посоветовал. Я говорю, да, были проблемы. Но он и закончил. Нет, мне говорят, у вас у сына не было аутизма. Ну, есть официально на бланке с печатью бумага, главное детского психиатра. Короче говоря, вот эти темные шоры, наложенные на будущее,
that I've had on me, you know, connected to my social media. He entered university, he graduated from university. Now he's working as a sysadmin. Ну и тогда вот у меня как бы вот это с первой выражаясь народным языком мандраж спал. So when my first this constant feeling of fear for my son stopped or disappeared. И даже по поводу себя самого. And about myself too. Я подумал, а как я могу поделиться с этим опытом? Yeah, I started thinking how what can I do to share my experience with other people who might be interested. И родился семинар для родителей. And I worked out a seminar for parents who have kids with this kind of problems and for specialists. Three for your body communication. I call it training on verbal communication. A step out of the way out. From hopelessness. Complete hopelessness. Step out of complete hopelessness. Программа тренинга очень коротко из аксиомы эффективной коммуникации. Shortly about the program and what we talk about is axioms of effective communication. Вербальная невербальная. Non-verbal communication. Калибровка. Calibration. Но в отличие от стандартного тренинга, как понять человека, когда он не говорит, я аргументирую иначе. Как понять ребенка, который специально не говорит. Our verbal understanding of collaborations with people is different. I would rephrase that in the training, like how can you collaborate? How can you understand a person, a kid, who's not talking at all? Principally, basically. Отстройки ведения. Facing the leading. Немного теории, такая интересная гипотеза, называется зеркальные нейроны. A little bit theory is part of the problem. Neurons. 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 Three-position description. Ну и так далее. So сколько еще минут? 10 минут на вопрос-ответы. Я хочу спросить аудиторию, как лучше поступить сразу вопрос-ответы, а эту презентацию я разрешу. Ну, 15 организаторов, они смогут разослать. Или ее закончить сейчас? А уже была. Я надеюсь, что я перейду на английский презентацию, смогу разобраться. Thank you very much for your attention.